Что по судьбе суждено? Какие изменения? Четыре варианта. И вообще, что судьба вам предопределила? Какие возможности для вас открыты? Какие подарки судьба вам приготовила? Ну, вообще-то, что судьба вам предопределила в будущем? Именно на эту тему расклад. Это карты как казино, красные и зеленые. А ты не случайно выбрала? Можете выбирать по стопке. Потом я ее разложу большим раскладом. Что будущее принесет? И вообще, что вам в жизни, какой жребий в жизни вам сужден? Какой вам жребий? Выбирайте, ставьте на паузу, начиная с первого варианта. Я тут пробегу по этому варианту. Тройка бубновая, король червонный, валет пиковый. Второй ряд червонная десятка, дама червонная, четверка червонная. Третий ряд десятка крести, джокер красный. Туз червонный, четвертый ряд джокер черный, десятка пиковая, туз бубновый и десятка бубновая. Этот вариант очень хороший. Тут ничего плохого вообще нету. И тут четыре десятки, которые указывают на абсолютно четкое исполнение желаний. Тут абсолютно четко и большие вас перемены ждут, и большой очень выигрыш ждет по двум джокерам и по четырем десяткам. И мало того, ждет любовь по этому варианту. Небольшая. Но очень интересно, что для того, чтобы приобрести недвижимость, вы что-то продадите, и вы уедете с какого-то места. И еще, что у вас любовь будет с человеком, которого или долго не было, или вы разошлись, и он вернулся. Может, он в море ходил, или в командировке долго был. Но этот человек, он как-то ушел с вашей жизни, или вы думали, что он был вам неверен. Но он вернулся, мужчина, вы сами могли уйти. Но это не значит, что вы бросили этого человека. Вы просто могли уйти на работу, в море, куда угодно. Но очень-очень большой выигрыш в жизни. Очень. Вам придется чему-то по-новому учиться, много документов оформлять. Но тут большой выигрыш, потому что джокеры, они равны двум тузам, только благоприятные. Как четыре туза и четыре десятки. Это очень большой выигрыш. Это большие перемены. Ваша жизнь полностью поменяется в хорошую сторону. И у вас будет свой дом. Если у вас совсем плохо с недвижимостью, у вас будет просто дом. Если у вас все-таки она в жизни была, и вы склонны, у вас два будет. И вам вообще повезет. Очень сильно повезет по этому варианту. Просто даже это такая редкая удача первому варианту. Ну, сейчас я смешаю и доложу все ко второму. Второй вариант и не менее шикарный. Не менее шикарный.
только тут тоже исполнение желания заветных очень большое. Десятка пик, семерка крести перевернута. Причем очень интересно этот расклад, что эти карты, у них всегда семерки только или вверх, или вниз. Вот, например, пиковая. Девятка бубновая, десятка крестовая. Джокер красный. Двойка бубновая. Десятка бубновая, туз крестовый. Семерка червонная прямая. Туз бубновый. Опять джокер и король пик. Это другие карты совершенно. И оба джокера еще прямые. Тут есть надпись, которая определяет, прямая она или нет написана. Ну, не важно, что тут написано. Это как и мишень, и казино. Еще раз. На джокере написано. Но смысл тут, что очень где-то перекликается с первым вариантом, можете посмотреть, что вы сорвете джекпот. Вам придут большие деньги. Вы именно в казино вы как выиграете. Но это не значит, что именно вы в казино выиграете. Может, вы в биткоин играете. Может, вам просто пришло время выигрыша. Чтобы выиграть просто в казино, нужно иметь предрасположенность. В гороскопе очень четко она видна. Или на биткоинах. Но выигрыш нам приходит по-разному. Совершенно. Вы можете получить очень большой заказ, вы можете что-то продать. И вообще, тут идет речь о карьере. Тут казенный дом, крестовый туз и успех. Он зажат джокерами. И внизу усиливается бубновым тузом и пиковым королем. Поэтому вам идет либо взлет в карьере, либо очень большой выигрыш в каком-то суде, в спорном вопросе о наследстве. То, что решается через государственные органы и через органы власти, вы получите бумагу, которая вам принесет очень большие деньги. Но эти деньги, они показаны не впрямую пока наличкой суммы, а вообще поворотом вашей судьбы. Или вы займете... Но больше всего тут просится, что вы займете должность, которая вас впоследствии обогатит. Как это с регионального уровня вы перейдете на федеральный. Но это не для всех. И вы можете прославиться по этим картам. А может прийти слава. Тоже очень много. И это будет ваш выигрыш. Тут именно какой-то очень большой выигрыш в жизни. О том, о чем вы мечтаете. Связан он с каким-то государством. С чиновниками. И вот через это, поэтому я говорю, или суд, или наследство, или очень работа перспективная, должность. И еще это может быть, что вам дают защиту пережить все эти неприятности, весь этот кризис, и у вас будут средства на существование, и у вас будет защита. Если вы маг-практик, да, то это у вас может реализоваться именно в магическом плане. И через свои знания вам в итоге придет богатство. Потому что это может быть, что вы маг-практик. Так как меня эта тема, естественно, интересует, это тоже может быть. Это король связан с юриспруденцией, с государством, с магией. Это просто сильный покровитель. И что вы через это можете сорвать ва-банк. Очень-очень сильный. И вообще, если вы склонны как-то хоть к игре
играйте, но играйте в ту игру, в которую вы склонны. Это в карьере обойти всех. У каждого своя есть склонность, у каждого свои способности. Но тут второй расклад тоже очень-очень благоприятный, крайне благоприятный. Исполнится какое-то ваше желание, очень сильное. Если у вас этого нет, то вообще ничего, это может реализоваться в ваших детях. Есть такие люди, которые очень завязаны на своих детях, чтобы они реализовались, и все под это ложат. Вот это тоже такой вариант может быть, что у вас есть ребенок как выигрыш в жизни. И если для вас эта тема важная, она очень даже может проиграться. Но в любом случае у вас в жизни будет сильный покровитель, это вам по судьбе, который вас будет вытаскивать из очень больших неприятностей. У большинства это сработает впрямую, но у некоторых это может быть и ваши умершие даже родственники. А у магов это работа с богами уже. Тут с богами надо работать. Потому что для практика это как работа уже идет. Но это большой выигрыш в жизни, очень хороший. Очень редкий, и два джокера, это считается вы счастливчик и под покровительством. Вот такой второй вариант. Сейчас смотрим третий. Третий вариант, но в итоге у нас тут шестерка пик, король крестовый, двойка червонная, тройка пик, двойка бубновая, семерка крестовая вниз, валет червонный, десятка бубновая, туз крестовый. И последний ряд, там две карты выпало, поэтому было дополнительно. 9-10 пик, двойка крести и восьмерка крести. Тут очень большие переживания за личной жизни. Очень большие переживания и конфликты, и ссоры, но причины такой нету. Причиной выступает то, что меня не любят, то, что из-за денег где-то не хватает, или второй не помогает так. Но тут валет червонный, а его любят больше всего, переживаете вы зря. У вас или есть очень близкий вам человек любимый, или он будет. И очень быстро. Но у кого-то это может сработать, что родится в семье ребенок, и вы его будете очень любить, и это будет конец вашего длинного, затяжного какого-то семейного конфликта с родственниками, с близкими. А вот здоровье у вас не очень, оно выбивает. 9-10 указывает на болезнь. Со здоровьем нужна болезнь, причиной в итоге стали нервы. Исток болезни, нервы – это личное, вот эти очень большие переживания. У вас две, три двойки и одна пиковая тройка. У вас все на личных переживаниях замешано, все на личных. Вы очень много переживаете, но переживаете вы зря. Если вы переживаете за работу и за успех, у вас будут и деньги от вашей работы тоже будут. И вы что-то будете оформлять, какие-то документы, бумаги, которые вам принесут выгоду. Но выгоду они вам принесут позже, но обязательно принесут. Это не то, что деньги впрямую заработанные на работе, нет. Это именно выгода. Вам очень много придется и по жизни, и сейчас оформлять документов.
И очень много бегать по инстанциям, но это приятное. Это приятное, это связанное с деньгами, это связано с улучшением положения, это связано с надеждами. А ваши конфликты говорят, все равно вы не будете одиноки. И второй ваш близкий, он о вас переживает. Может быть, это у вас даже не ссора и не конфликт, а в душе. Просто люди проявляют по-разному. Кто-то наружу, кто-то в душе. Но причины у вас такой нету. Вы одиноки никогда не будете, вообще никогда. У вас 3 двойки в раскладе. И у вас есть валет червонный. Эти люди одинокими не бывают вообще. Но занимает это вас очень много времени. Вы из тех людей, которые умеют любить, быть любимыми, и очень переживаете из-за того, что партнер как-то не так себя ведет. Может, холодно вам кажется, может, равнодушно, но, может, не так помогает, как вам хочется, но при этом вы любимы. И он тоже очень переживает, просто немножко по-другому выражает. И у каждого это свое желание. Кто-то хочет внимания от детей, кто-то от супругов, кто-то от родственников, кто-то от друзей, но вы любимы. Вы очень любимы. По вальту, хотя считается наоборот. Вам даровано, что вы никогда не будете одинокими. А в работе у вас пока как бы продвижения нету, но у вас будет какие-то очень много оформления документов, которые вам принесут выгоды в дальнейшем. И очень хорошую выгоду. И по двойке вы гораздо больше зависите от какого-то партнера, от связи с ним, от своей семьи, чем в реальности от работы и от социума. У вас есть способ существовать более легко. Да, еще, если вы волнуетесь, будет ли у вас пенсия или пособие от государства, будет и хорошее. Вот, наверное, ваш выигрыш, ваш в этой карте, в этих раскладах, что вы получите. Будете получать какую-то дотацию от государства. Ну, в общем-то, это как бы пенсия. Пособие, пенсия и очень хорошее, по десятке. Придет момент, и это будет. И будет 100%. Это будет как бы в общем потоке, не единичный, но вот вам выпадет по максимуму. Вам будет обеспечение. Так что вот такие карты вам выпадут. 4-й вариант. Король пик, 10-ка крестья, 6-ка пик, 3-ка пик, 2-ка бубновый, 2-ка пик. 6-ка бубновая, дама бубновая, джокер черный, король крестовый, король бубновый, 8-ка бубновая. Ну, вы очень переживаете из какого-то известия и переживаете лично. Это личное известие, но переживаете вы зря. К вам идут хорошие новости по джокеру с 8-кой. Так переживаете, что аж болеете. У вас очень сильная защита. Очень. 3 короля. У вас очень сильная защита по жизни. Зря вы переживаете. И женщина тут будет очень-очень любима в жизни. У нее будет много мужчин, из которых она будет выбирать в любом возрасте. Вот сколько бы вам ни было, и они будут... Как это...
Ну, не потому, что вы там богаты или что-то. Нет, это личное. Тут действительно и ваша жизнь таким образом устроена, что рано или поздно вас выталкивают наверх. Как бы вы ни тонули, чтобы у вас не разрушилось, как бы вы ни упали из-за каких-то обстоятельств, вас выталкивает наверх прямо. Прямо несет вот по этой защите и по Джокеру. А неприятности и все это у вас мелкое. Известие, может, вы переживаете, что не можете получить. Что-то это переживание, что вы чего-то не можете получить, вы это получите больше, чем надеетесь. По Джокеру с восьмеркой. И резко, и внезапно получите. Но получите через какое-то государственное оформление. Вам придется с этим столкнуться. И вы переживаете, как все получится. Но все получится хорошо. Но для женщин это лучший расклад. Если для мужчины, то у вас тоже есть то же самое, что вас поднимает наверх. Что вы не будете одиноки. У вас будет реальный друг, любовь по жизни, которая за вас реально переживает, а не просто вами пользуется. Как бы вашими деньгами, вашим положением. И вы стремитесь наверх, и жизнь вас будет вытаскивать вверх. Пиковый король стоит первый, и вы стремитесь туда. И вас жизнь поднимает. Она поднимется, она туда дорожку стелет. Просто какому королю вы принадлежите? Крестовому вы человек, склонный ходить на работу. Это карьеристы на госдолжностях фирмы или бубновые. Это король, который сам по себе. Это больше бизнес, искусство, художник, но который зарабатывает сам. Но все равно они оба едут наверх к крестовому королю. Первая карта. И первая карта, пиковый король, это защита еще. Очень хорошая защита. И бубновый туз, это имущество вам суждено, недвижимость вам по-любому суждено, и вообще имущество по бубновому тузу вам суждено. А то увеличение капитала. И по Джокеру тоже вам сужден выигрыш. Мужчина, он может выиграть в любви. Что он очень любим. Женщина тоже сорвет выигрыш, но она может выигрыш сорвать в разные сферы. А мужчина тут очень повезет в любви. Женщине скорее повезет, что ее раны сердечные заживут. Она не будет одинока. Тоже можно сказать любви, но немножко по-другому, что рана залечится, одиночество пройдет, и обоим, что придет очень благоприятное известие вскоре, которое поменяет их жизнь по Джокеру и по восьмерке, что ваше разбитое сердце, ваши разбитые надежды, ваши отложенные дороги, ваши закрытые пути все раскроются. У всех очень хорошие расклады, но у каждого совершенно разные. Вот такой четвертый расклад и последний.